Так, ну что, ребятки, всем привет. В общем, сегодня обсудим топ альткоинов, которые нельзя сейчас покупать и уже поздно их брать. И не дайте себя обмануть, потому что киты загоняют вас сейчас на хаях. Ну, конечно же, нам тут в новостях вот по поводу ИНЖ рассказывают, что вот там, ребята, 50 долларов, и такие новости по всем монетам выходят. По ТИА 20 долларов ждут, по Ченлинку 20 долларов ждут, еще там по какой-то какой, по какой монете 20 долларов. Ну вот открываем ИНЖ и смотрим, дали ли 50 долларов. Нихуя не дали, дали здесь 43 получается. Ну вот давайте откроем один интерес от Trading View. Открываем ENJ, смотрим по Binance, да, у нас наиболее ликвидная биржа, да, 40 и 4. То есть 50 долларов нихуя вам не дадут, вероятнее всего, даже 45 не дали. А делается это ради того, чтобы вы, естественно, не продавали и ждали круглые отметки, потому что все а, как бы сверхразумом ждут круглые отметки, думают, что им их дадут, там 50, 100 долларов и так далее. Ну а как мы знаем, киты круглые отметки не дают. Здесь, вероятнее всего, тоже рабы ждали 30 долларов, но, как мы понимаем, здесь у нас сколько давали? 25 и таи получается, а здесь дали 40 и 4 То есть, опять же таки, говорит о том, что специально круглые отметки не дают и не дают, потому что толпа их ожидает. Ну и плюс в умы закладывается, что вот круглая отметка и будет красивенькое число или красивая сумма на балансе, я продам. Да хуй ты продашь, ты будешь ждать выше, 50 долларов, ты будешь ждать 70, 100 долларов и так далее. Поэтому, как мы понимаем, в ВНЖ смысла лезть нету никакого. Дальше, вторая монета. Это TRB, Teller не имеет смысла никакого в него заходить, потому что она уже переписала так же хай, так же как и НДЖ. нахера в него заходить непонятно, то есть многие тут естественно ждут 200 долларов, ждали его здесь, но как вы понимаете, дадут разве что ну как бы а, другое, кое-что и как говорится, зайдете на, на хаях, прокатитесь, сами знаете на чем да, ну и 185 долларов было на пике, 15 долларов не дотянули, ну и в принципе, как я говорю, всегда лучше от круглой цифры отмерять те же там 30%, ну вот отмеряем 30%, вы гарантированно фиксанетесь, видите, здесь это уровень сопротивления. Если же даже минус 10 процентов вы фиксу, фиксуетесь, да фиксируетесь вот здесь. На хаях, вот я думаю, с этим понятно. Ну то есть, ENJ, да, прикольно, все это замечательно, но уже сделал PHI смысла заходить нету никакого абсолютно, точно так же, как и в стек в теллере. Если вы заходите и не фиксируетесь, ну то есть я порекомендовал бы из этих двух монет выходить полностью нахер да выходить 100 процентов депозита. Может ли пойти дальше, может, но монеты и так уже по лютому дали, поэтому. Если вы жадничаете, вы потом очень сильно пожалеете. Следующая монета это Орди. А, многие спрашивают за нее. Ну, понятное дело, почему спрашивают. Потому что монета же на хаях, да. Поэтому самое время спросить за нее. Вот, монета давала здесь в моменте 20 иксов. То есть, естественно, сейчас у нее заходить смысла тоже не имеет никакого. Если кто не выходил, здесь киты, видно, разгружаются. Может ли пойти дальше, может. Но опять же, если вы заработали уже те же 20 иксов, жадничать нет смысла никакого. Потому что если вы пожадничаете, то потом вы все равно нихера не зафиксируете. Будете фиксировать, когда цена укатается. Пытаться. То есть многие скажут, ну ебать, а если монета пойдет дальше наверх, вот мне некоторые могут предъявить, типа вот там бонг же пошел, да, то есть ты там дал фиксануться по 75 иксов, ебать, а ну вот здесь я сказал фиксироваться, да, то есть отсюда там с днища получается сколько там можно было заработать, то есть если вы покупали монету вот здесь, то соответственно, сейчас посмотрим, да еб твою мать. Ну вот монета давала те же там 70 иксов, да, там 75 в моменте. И вот здесь я сказал фиксироваться. Монета еще пролетела, вы скажете, вот ебать, я там не дозаработал и так далее. Ну это шара, понимаете, то есть монета может показать точно такую же формацию, с нее как пойти вниз, так и вверх. Но после того, как ты зарабатываешь 75 иксов и ты зашел, допустим, на те же 100 долларов, вот условно ты заработал сколько там, 75 иксов это сколько получается? 7500, да? То есть просто с никуя, понимаете? Или там 100 иксов, ты заработал а, там 10 тысяч долларов, понимаете? Ну и что, надо жадничать или что? Ну, то есть, опять же таки, многие, естественно, олигофрены будут ждать, что там будет доллар, хуелок, там, я не знаю, 10 тысяч долларов. Ну, то есть, это тупизна полнейшая. Это как по самоеду то же самое ждать. Вот бонусом вам могу дать самоед, хоть я его в список и не включал, но вот могу сказать. То есть, по самоеду, может ли он показать? Может, но, как мы понимаем, естественно, вот график, посмотрите, видите, он давал до этого иксы. И не факт, что он даст такие же. То есть, вот здесь он стоил там ну, стоил нормально, давал 100 иксов, некоторые ждут его по доллару, там и блогеры некоторые ждут. Здесь, я уверен, ждали тоже там 30 центов и так далее, там 50 центов в доллар. Пошибе и доги аналогично также ждут. Ну, как я и сказал, надо всегда отнимать 30% и понимать, что круглые отметки не дают. Это тупизна полнейшая, никто вам круглые отметки не даст. Вот, поэтому по монетам, я думаю, понятно. То есть, естественно, не надо заходить на хаяк, когда монета дала уже большие иксы и растет вертикальными палками. Надо, первое, о чем задумываться, это фиксироваться. Вот, фиксироваться. А не о том, что типа, блядь, надо заходить. Вот, монета болталась под нищу, она стоила 3 доллара. Сейчас она стоит 60. То есть она дала там 20 иксов. Нахуя в нее сейчас заходить? Чтобы что. Вот чтобы что. Объясните им Никакого абсолютно смысла. Ну и, как я сказал, если мы упоминаем бонг, то, как мы понимаем, естественно, кто-то скажет, ну да, ну я бы тоже мог заработать. Да не мог ты тоже заработать. Во-первых, ты бы не дохолдил бы, да, то есть и дохолдила единицы людей, надо понимать. Но монета стояла год в накоплении практически, то есть стояла в накоплении где-то 10 месяцев, даже 11, ну вот да, 10 месяцев она постояла, и после этого поперла и дала там 150, там может даже 200 иксов, 100 иксов, ну неважно, смотря где вы заходили. Вот. И естественно, сейчас заходить уже не нужно, надо выходить все котлеты из таких монет, если вы заработали сверхприбыль. Но те, кто пожадничают, они потом будут сидеть и плакать, что типа, ой, я что, я не вышел. Ну, а продать, понимаете, когда у тебя в моменте было там условно 100 иксов, а потом у тебя 50, то ты уже не можешь, потому что думаешь, ну у меня что стоит, что вот подожду, там будет отскок. И многие люди так и не фиксируют, и потом, когда монета приходит там каким-то мелким иксам, или вообще в минус уходит, тогда они вот фиксируют. Ну, как мы понимаем, тогда уже, а, ну, это поздно, да. Естественно, вот у нас та же самая Селистия, да, или Селистия, Тия, монета стоила 2 бакса, сейчас она стоит 14, то есть дала там те же 7 иксов. Нахера в нее сейчас заходить? Зачем? Чтобы что? Ну, то есть... И многие все равно в нее позаходят. Многие все равно будут ждать круглой отметки. Вот, пойти, а то же самое. Вот открыть CoinMarketCap. Здесь монета. А, ну, это, по-моему, не та монета, да, давайте зайдем на Binance, сейчас вам покажу, то есть, данная монета уже дала X, зачем в нее заходить, ну, то есть, и многие все равно вот за них спрашивают, то есть, спрашивают за одни и те же монеты, за Бонг, блять, за Аду Кардана, за Solana, там, и так далее, ну, вот, как мы понимаем, вот здесь, соответственно, дали прогноз, что будет 20 долларов, помните, я показывал в одном из роликов, здесь дали 14,89,77, даже 15 не дали. Понимаете, то есть не добили там буквально 10 центов. И, как я говорил, никакие нахер 20 тут не дадут. Это, естественно, ну все, пиздеж и клевета для того, чтобы вы не фиксировались. Ну, следующая монета, в которую нет смысла заходить, это Солана. То есть Солана уже пошла в рост. В нее, понятное дело, она может еще дать те же там 2, 3, там x, 5, x, может быть. Может даже 10, никто не знает. Но, опять же таки, покупать сейчас, когда уже мы дошли до уровня перелома тренда, и когда монета уже дала там около 10 x, то есть она там на днище стоила 8, да, сейчас она стоит 90 и вы понимаете, что монета уже, ну, стреляла довольно-таки хорошо, то есть, ну, с днища вот здесь она дала те же там 10 иксов, нахуя в нее сейчас заходить? Сейчас уже выходят новости, ждем салану по 100 баксов, ну, как мы понимаем, вот у нас дали здесь сколько в моменте, 99 и 100 долларов не дали, не дали. И вы думаете, это тоже совпадение, да? Вот здесь, помните, многие, скорее всего, ждали, сколько, 260, дали 259. Или там 300, да, 300 долларов вот здесь ждали. 300, 500 долларов, 1000 долларов за салану. Здесь уже даже нарисовалась голова плечи, но людишки все равно ждали. То есть у нас вот плечо, вот голова, вот второе плечо, и вот у нас уровень перелома тренда. Ну, потолок, уровень перелома тренда был вот здесь. И все, тут мы сломали, тут пошла медвежка. Ну, естественно, естественно, рыбы системы хотят сейчас зайти, потому что они же проебали рост, да, то есть им хочется. Мне не хочется, я в Салану не верил и сейчас не верю, и не собираюсь в нее заходить, понимаете, то, что эта параша отросла, окей, замечательно, ну, мне абсолютно похер, то есть я не собираюсь гнаться за этой монетой и типа вот в надежде, что вот я там еще заработаю. Зачем? Зачем это делать, если есть куча других проектов, которые под нищу болтаются минус 90-95% и могут дать куда больше, чем Салана. Понимаете? Вот и тем более у Саланы, понимаете, я говорил, неограниченная миссия, они вроде бы как сделали. А... 565, но ну, как минимум здесь инфинит, вот этот знак восьмерки, да, перевернутый, что значит эмиссия бесконечно. Может она сейчас даст там, не знаю, 99 долларов и потом укатается в дно из комонет вообще. Кто знает из вас? Да никто абсолютно. Никто этого не знает 100%. Следующая монета, которую нет смысла покупать сейчас конкретно, это WorldCoin. Зачем ее покупать, мне лично непонятно. То есть, ну, понятное дело, технология интересная, все дела. Я не спорю, что она на бычке вырастет и будет себя показывать. Но сейчас монета на локальном хай. Зачем? Нахуя ее сейчас покупать? Чтобы что? Ну, то есть здесь монета показала уже 5 иксов. Практически. Сейчас монета корректируется. Заходить сейчас не надо. Следующая монета, которая похожа по графику про, про, ну, с вордкоином, это у нас монета Сей. То есть многие, естественно, хотят тоже ее купить, как только она дала там 4 x Ну, естественно, то есть до этого монета не покупалась, как только монета дала и всем хочется купить. Я не знаю, что у меня лагает, но, в общем, как мы понимаем, тут еще хуево туча монет в оборот. Может быть, вброшено 1% монет в циркуляции всего лишь, да, и всего монет там 10 миллиардов. По сей аналогичная ситуация, здесь всего лишь там сколько, 20% монет в обороте и разлоки, во-первых, есть. Ну и плюс, как мы понимаем, монета уже отросла на 4 икса. FED, допустим, ну, то есть монета тоже многие советуют и в новостях, и блогеры говорят, что вот FED надо покупать, там вся хуйня. Ну, вот монета тоже старичок рынка, она сейчас на хаяк 21 года. Нахера ее сейчас покупать? Зачем? Чтобы что? Ну, то есть монета, да, искусственный интеллект, да, там все дела, но как бы выгоднее купить тот же GRT, либо другие монеты, которые еще не отросли. То есть, как мы понимаем, тот же самый FED уже дал здесь около, там, сколько он там дал, давайте глянем. Это подлагивает график, не знаю почему. В общем, соответственно, здесь у нас около 10 иксов данная монета, я так понимаю, дала. То есть отсюда, ну да, 10-12 иксов. На хаях это будет около 15-20 иксов. Ну мы понимаем, нахера сейчас не нее заходить. Зачем? Смысла нет никакого. То есть монета уже отросла, монета уже пошла в рост. Если ты пропустил рост, то ты его пропустил. Зачем в нее заходить, я не знаю. То есть, ну, большинство людей любят догонять уходящий поезд, да, любят догонять уже иксанувшие монеты, но потом, когда монета действительно пойдет в коррекцию, тогда они ее продадут в минус. То есть, ну, естественно, если ты хомяк, то покупай сейчас, а продашь вот здесь, либо когда монета обновит лой. Ну, то есть, вот, нейтрон тот же самый, спрашивали, вот, монета дала там 5 иксов, зачем в нее заходить? Ну вот задайте себе вопрос, зачем заходить монеты? Я не захожу монеты, которые дали минимум 100% и более. То есть если монета дала уже 2 X и больше, но если 2 икса и то, если она под нищую болтается, это еще исключение. Но если монета летит вертикальными свечами и уже дала там, ну давайте хорошо возьмем там 200%, то есть 3 X и выше, а тем более если 5 иксов, а тем более если 10 иксов, нахера в нее заходить? То есть монета вообще стоила вот здесь 30 центов. Сейчас она отросла там в 3-4 раза. Зачем в нее заходить на хай? То есть открываете нажимаете All, да, любой график, и вам и так понятно, ежу, что здесь монета уже все, вышла с накопления и пошла иксовать. Зачем в нее заходить? Ну, мне непонятно. А вдруг еще будет расти? Так куча монет, которые еще не отросли и которые еще стоят в накоплении. Ну, нахуя заходить? Вот BIM. На Binance она называется BIMX. Ну, вот давайте посмотрим. Где интереса? BIMX. Вот, вот эта монета. Открываем QSDT. Смотрим, вот она на Мексе. И, соответственно, монета тоже иксовала. Я тоже, по-моему, советовал данную монету, насколько я помню. Да, она там, по-моему, щиток какой-то. Но вот она стоила, смотрите, в 23 году стоила 4 тысячных цента. Сейчас она в моменте стоила 2,5 цента. Вот, это, получается, она дала там около 5-6 иксов. Ну, зачем в нее заходить? Ну, то есть, опять же-таки, вопрос, да? Ну, около там 5-6 иксов монета дала. Тоже хай, тоже видна разгрузка. Смысла заходить нет. Далее, что еще? GTO многие монеты советуют, делают обзоры. Даже некоторые на ENJ до сих пор обзоры делают. Ну, то есть, понимаете, тупизна полнейшая. Еще бонус вам могу дать. Это тонкоин. Многие скажут, ты что, тонкоин будет стоить 100 долларов, да? Да, что ты. Вот, ну, уверен в этом. И еще одну монету я могу добавить это Trust Wallet. Тоже сейчас покажу. GTO, ну ладно. GTO еще куда не шло, монета в боковике. Но монета еще проект сырой. В принципе, GTO неплохо. Да, тут я ошибся, ну, тут, скажем так, можно. Да, я просто думал, она только залистилась. То есть, проект пока что сыроват. То есть в этом нужно иметь в виду, что риски, естественно, высокие. Если открыть вот на том же Binance, как мы наблюдаем. Ну, то есть видим, что тут истории особо нет. Если, конечно же, открыть вот здесь, то видно, что она с августа залистилась. Пока в боковике, в принципе, неплохо. Но что меня смущает, что она сделана на базе саланы. Вот, вот это меня смущает, потому что салана такая, ну, лагающая сеть и под вопросиком, скажем так. Ну и плюс эмиссия всего лишь 11,5%. Но присмотреться можно как к высокому риску, я думаю, понятно. Вот, по поводу этих монет понятно, да? Давайте Тонкоин, тот же самый. Почему Тонкоин нет смысла покупать? Ну, потому что нахера его покупать? Тренд с Моргенштерном уже дав давно прошел, был он в 2021 году, и вот Тонкоин, тот же самый, стрелял здесь на сколько, давайте глянем. Здесь он давал около, там, 10 иксов Может, если вы покупали на пресейле, либо там где-то можно было купить еще дешевле, то вы заработали, может, даже там 15 20 иксов. Сейчас нахера его покупать? Да, я понимаю, кто-то скажет, вот, вот это все, типа, глобальное накопление. Монета стоит в нем 2 года, там, 2,5 чуть ли не таи. Но, опять же таки, как мы понимаем, ну, данный щиток, он может стоить, ну, потолок, сколько он тут даст, если дойдет до хаев, 2,5 икса. Хорошо, идеальный сценарий, возьмем, он будет стоить 10 долларов. Сколько вы заберете? Вы заберете таи, таи с половиной икса. Ради этого стоит покупать его сейчас на локальных хаях. Ну, чтобы что. Ну, то есть, я не вижу смысла вообще никакого. То есть, покупать, если вы хотели его покупать, надо было делать это вот здесь. То есть, полтора доллара и ниже. Понимаете? Либо хотя бы ниже двух долларов. Там по 1.7, 1.8. Сейчас, ну, кто-то скажет, не поздно. Ну, хорошо, сколько ты тут заберешь? Ну, потолок это 5x. Мое мнение. Я могу ошибаться, естественно. Но, как по мне, данный, данный щиткоин уже себя иссяк. Понимаете, данная монета себя показала. Вот, многие хвалят Траствали, и до сих пор за него молятся. Я не спою, что он тоже даст иксы. Ребят, но есть куда более перспективные монеты. Я их озвучил. Это те же стайчки рынка, это те же Топси, Бидиси, криптовалют 14 штук. 14 штук, ребят. То есть с любым депозитом можно зайти, раскидать в эти монеты и заработать. Кто мешал, непонятно. Вот. Либо если вы их покупали, то дальше холдит до 2025 года. Я думаю, понятно. Вот. Поэтому сколько траст давал. Вот с момента листинга он уже давал 160 иксов. Здесь, наверное, даже 400 иксов. Ну, давайте даже отсюда возьмем. Те же там. 10, ну, даже 100 иксов, понимаете, здесь там 30-50 иксов можно было заработать. То есть можно заработать было лютейшие проценты. Нахера люди его сейчас покупают, мне непонятно. Потому что колхозники-блогеры вам открывают график с Binance, который неполный. И рассказывают, что, ребята, это глобальное накопление, вы ж 100, остальные блогеры не шают, а вот я, вот я ж царь и бог, я ж точно соображаю, что я вот открываю недельный график, вижу вот это вот накопление, типа вот этот какой-то там клин, да, или канал, вот этот вот они рисуют, сейчас я вам покажу, вот, вот так вот они это делают, вот, вот так, и, соответственно, вот у нас, смотрите, этот канал, который здесь образовался, это все может потом выстрелить наверх, но по факту ты открываешь полный график, сука, и смотришь, сколько ты растворит дал, то есть здесь это, да, это может быть как аккумуляция, так и дистрибьюция, то есть распределение, но, как бы, сколько он даст, ну, потолок, что он тут даст, ну давайте, сколько он здесь даже давал, я его советовал покупать, 5х он дал, условно, на бычке, да, или, или там на медвежке даже можно было заработать, ну вот рассчитывайте примерно, как по тонкоину, так и по троствали, то потолок это 5, ну 10х, это я не знаю, это в каком случае, вот здесь, кстати, мне орали, я говорил, фиксируйте все котлеты, мне кричали, та ты долбоеб, та и доллара, ты что, это вообще хуйня цель. Вот мы будем стоить минимум 5 долларов, минимум 10, а то и 100 баксов. Это только начало. Ну вот как только начинаются разговоры, запомните, это только начало, ты не шаешь, зачем фиксироваться. То есть вот, вот это хаиска и всего, вот это хаи, надо выходить сей котлетой просто, ну как минимум 90%, понимаете, вот. Как, ну вернее, даже как минимум половину монет продавать. И как мы видим, что после этого произошло, эти умники заткнули свои акты, и монета упала минус 73%. Как же так, да? Угадал, да? Кто-то скажет, ну, угадал, хорошо угадал, вам виднее. Вот по поводу -по 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 тонкоина, то есть тоже тут еще имеются разлоки, то есть данная монета уже себя показывала. Ну, на локальном хае сейчас находится и глобальном. Зачем заходить? Непонятно. Траст валит? Ну, тоже. То есть, есть разлоки. Монета себя тоже уже проявляла. Вместо этого проще взять куда поперспективнее монету. Тоже сейф пал, понимаете. Вот монета тоже стоила там вообще копье. Стоила 3 цента на пике 3 доллара. То есть, она дала уже, получается, сколько там? 1000 иксов или сколько? 3 цента, получается, да? То есть, умножаем на 10. Это 30 центов, 3 доллара. Ну да, 100 иксов. 100 иксов монета дала. Зачем в нее сейчас заходить? Чтобы что? Ну окей, хорошо, заработаешь ты там пару иксов, потолок 5 x Ну в лучшем случае 10x. Есть куда гарантирование монеты, которые дадут э, куда больше. Ну вот кто-то пишет там ТВТ скам, кто-то говорит, что вот ждем там ТВТ и прогнозы чуть ли не до 50 -го года. Я не знаю, криптали будет существовать там хотя бы к 40 году, да. Вот, поэтому по поводу монет, которые не стоит брать. То есть это ENJ, это TRB, ORDI, TIA, World WorldCoin, VLD, SAY, FED, Нейтрон, НТРН, BMX, GTO, ну, GTO под вопросом, как я сказал, тут смотрите сами, Самоед, Сама, Салана, Тонкоин и Трествали. Можете написать в комментах, какие монеты, а, еще бонусы вам дам. Этот трон нет смысла сейчас брать, потому что тоже на хаях. То есть она также растет. Ну, как бы я не вижу лично смысла, потому что у Джастина Сана непонятки постоянно с его проектами. Это во-первых. Ну и во-вторых, монета действительно на глобальном хае находится. То есть нахера ее покупать? Вот смотрите, вот у нас хаи. Видите, вот здесь 14 центов. Монета сейчас стоит 10. Ну, что вы тут заберете? Вот открыть трон, то же самое. Ну, вы заберете, я не знаю, там, ну, 5 иксов. И то это в самом лучшем случае, если вам повезет. Если рынок даст, ну вот сколько монета может дать? Ну вот она тут даст, если достигнет хаев 2017 -го года, то икса. Ради этого стоит брать на хаях данную монету? Не знаю, я не вижу смысла никакого. Если вы хотели, вы могли покупать по 5-6 центов, когда я об этом говорил. То есть уже помели 70%. Ну, здесь будете иметь, может, дай бог, 5 иксов, если даст. Но покупать сейчас тоже смысла. И doesn't make any sense, как говорится. Да? То есть здесь монета давала уже там 120 иксов. Здесь давайте посмотрим, сколько монета давала. Тоже там 10-12 иксов. Ну, то есть сейчас смысла заходить нету. То есть трон тоже бесполезная монета. Поэтому, еще раз повторяю, INJ, TRB, ORD, TIA, Bonk, WorldCoin, Say, FED,

чтоб я не брал уже 100% сейчас. Я бы не брал бы уже 100% это бонг, однозначно нет, потому что монета дала уже там 100 с лишним иксов, смысла нет заходить. На коррекции можно добрать. Я кстати, не брал бы тоже инж и TRB, потому что они переписали хай 21 года. Могут показать иксы, могут, но лучше добрать монеты какие-то из новых. Орди под вопросом, ну, на коррекции, если даст хотя бы 50%, а то и в идеале 70%, тогда можно добрать можно добрать, WorldCoin, ну вот, э, чтобы я брал для себя и что я собираюсь брать. Это WorldCoin, Say, Fed тоже, кстати, я бы не брал бы, потому что уже, ну, смысла не имеет. Вот, потом что еще? нейтрон э, на коррекции можно взять, BMX, ну, под вопросиком. Вот, по поводу, соответственно, GTO можно взять. Самоед, ну такое тоже под вопросом Сверхвысокий риск Салана, ну тоже не вижу смысла особого Если дадут какую-то хорошую коррекцию Тогда можно, можно будет, ну для меня это скамина, честно Вот, а тонкоин, не вижу смысла Траствалит, тоже как хотите Трон не имеет смысла Поэтому что я буду добирать, это ворлдкоин, VLD, Сей, буду добирать а, GTO, вполне возможно, как высокий риск Можно взять еще, если дадут вдруг трона Но опять же таки тоже как высокий риск Можно взять Тия и получается, ну, в принципе, все. По остальным монетам, я уже говорил, какие мемкоины можно взять. Снимал даже отдельный ролик буквально на днях. Поэтому посмотрите. Я там рассказал не только про Доги и Шибу. Есть много других альтов интересных, которые ликвидные в том числе и могут дать иксы. Самая минимальная 10 иксов, я считаю. Поэтому тоже обратите внимание, вот, и а, по поводу, кстати, ну, а по поводу монеты BIM, я думаю, что я забыл показать, получается, монета здесь давала 10 иксов, ну, опять же-таки, шаровый памп, но, как мы видим, после этого монета откатилась на сколько? На минус 70%, ну, вот, как раз-таки, если какие-то щитки, 50-70% можно а, подкупать, если вы хотите, вот, ну, а по поводу остальных монет, я думаю, понятно, в общем, всем удачи и всем пока!